Анапа, как всегда, гостеприимно встречает гостей. Волонтеры из Крымска тоже прибыли не с пустыми руками. С собой они привезли саженец липы, которая теперь будет украшать сквер имени Аванесова. Александр Булахов занимается волонтерской деятельностью уже 5 лет. За это время побывал в разных городах. Говорит, Анапа встретила не только радушием, но и удивительной чистотой. Работы экодесанту здесь немного. Впечатление от Анапы, ну, очень хороший, чистый город. Потом встретили нас очень отлично, с хлебом, с солью, ну, задали такой заряд позитива. Ну, очень отлично предложили нам акцию, то, что мы сейчас пройдем, внесем свою лепту в чистоту этого города. Старт акции был дан в Краснодаре. Ее инициаторы – волонтеры Всемирного фестиваля студентов и молодежи, который пройдет в этом году в Сочи. В течение 4 месяцев экологические десанты будут высаживаться в разных городах Кубани, чтобы внести свой вклад в благоустройство края. На этот раз силами более 30 человек был убран район Высокого берега. Надеемся, что эта помощь, которую волонтеры именно Крымского района принесли, она будет значима. Но не только здесь, в самой уборке. Здесь факт привить экологию, культуру нашим ребятам, волонтерам. И они вот такими акциями, они приобщаются к самой культуре и плюс передают ее потом своим сверстникам. Они знакомятся друг с другом, это очень важно. Далее экопоезд уже с анапскими волонтерами направится в Темрюк. Там также высадят дерево и приведут в порядок одну из территорий. Организаторы проекта говорят, что сесть в вагон экопоезда может любой желающий, причем для этого не обязательно ехать в другой город. Достаточно убрать хотя бы то место, где живешь.